Привет, меня зовут Алина, и сегодня я дежурная по городу. Сегодня я в Шоми Душамбе, ресторане европейской и национальной кухни. Давайте вместе посмотрим, что же здесь такого особенного. Шоми Душамбе начинался с маленького кафе, открытого в 2013 году. Однако здесь была настолько вкусная еда, что теперь кафе превратилось в сеть из двух роскошных ресторанов. Листать меню придется долго, настолько большой здесь выбор. Сочные стейки, мясо по-китайски, люля-кебаб по-грузински, рыба, шашлыки, десерты. Найдется все, что угодно. Здравствуйте, девушка. Расскажите, пожалуйста, какое у вас самое любимое здесь блюдо? Мое это шашлыки. Все виды. А моего сына тоже. Мы всегда одно и то же заказываем, буквально, так скажем. Расскажите, пожалуйста, вы постоянный гость, я так понимаю? Почти каждый день тут. Мы почти каждый день здесь находим. И обедаем, и ужинаем. Ну, нам здесь нравится. Вот. Почему ваш постоянный выбор – это именно Шоми Душамбе? Ну, мы побывали в большинстве ресторанов города, но нам здесь нравится то, что очень вкусно и очень быстро, вот, обслуживание. Мы всегда торопимся, работающие люди, вот, и само как бы блюдо такое, понимаете, впечатляет, поэтому здесь вот так. Но Шоми Душамбе – это не только вкусная кухня, но еще и специальная атмосфера. Красивый дизайн, мягкое освещение – все это для того, чтобы вы чувствовали себя уютно. Если вы хотите прийти большой компанией, то в Шоми Душамбе есть выбор из 5 банкетных залов, рассчитанные от 15 до 50 человек. У Шоми Душамбе есть 2 филиала. Один из них расположен в центре по адресу Шотемур 61, ориентир Спартак, и работает с 11 утра до 11 вечера. Еще один филиал находится по улице Джабора Расулова 10 у фабрики Ширин и работает с 7 утра до 11 вечера. Заходите в гости, вы не разочаруетесь.